Хайоу, ребята, с вами Фибоначчи, и мы продолжаем прохождение The Forest. Надо срочно что-то сожрать. Прям срочно. Где мой костер? Сейчас, я не знаю, от голода что, начнет здоровье тратиться или что? Ну-ка, ставь. О, ящерка, давай-ка ящерку туда. Вот так, раз. Сколько мне сейчас ящерка даст пожрать? Зажигалочку-то можно убрать, наверное. Так, вешаем сюда рыбу. Больше нечего повесить. Оно тут и не портится, прикольно же. Вот, у меня еще есть такое мясо. А, так, пока можно взять, наверное, топор. Палки девать некуда. Надо их, кстати, сюда поскладывать. А, все. Надо еще тогда одну делать. Хотя, куда мне столько палок? Че, их коллекционировать, что ли? Ну во! В принципе, нормально нажрался. Да и, кстати, можно еще и вот такое обычное мясо с этих птиц тоже сожрать. Так, алоэ, алоэ, я бы что-то тут сажал вроде. О! А это не алоэ нифига, это ягоды. И, кстати, их тоже можно жрать. Но я сейчас мяско же сажу. Одну давайте съедим. А тогда мне еще огород нужен. Мне вообще надо побольше огород. Блин, можно было бы их вырвать. А чё темнеет-то? Утро же вроде. Я чё-то не понял. Почему так темно? О, вот куда можно палки. Иди сюда, птичка. Ну чё ж ты попасть-то не можешь, господи. Так, жрем. Все, полностью наелся, котелок можно забрать. А, так у нас ночь, оказывается, наступила. Я что-то думал. Ух, почти все построил. Я вот эти подберем. Они попадаются, кролики. Кролики-то до сих пор не попадаются. Так, пора уходить. Я почему-то думал, что у нас раннее утро. А оно нифига не раннее утро. И что мне делать? Спать ложиться? Я хотел вот этот шалаш свой достроить. Камень. Но нужны бревна. И где я тут бревна возьму? Одно единственное дерево. Ладно, можно пока построить огороды. А туда тоже нужны бревна. Уже столько вещей много. Так, это, наверное, еда. Да, грядка. Давай ровненько ставь. У меня так кривая вышла. Это будет ровная. О. Ну, почти. О! Вот это я и хотел сделать. Только не слишком, наверное, много. Что-то мешает. Чуть подальше сейчас, вот так. Да вообще это, наверное, надо снаружи делать. Хотя ладно, что у меня тогда будет здесь? Ну-ка давай-ка сюда вот. А, тут камень, булыжник гребаный. Во, все, вот так посадили, нормально. Туда, наверное, много влезет. И надо будет 4 бревнышка. Я не знаю, сейчас за ними сходить. Это опасно, конечно. О, 2 есть. Там есть и 3. Есть 3. Никого. Можно пойти срубить дерево. Ага. А вот вам и никого.
Закрывай! Успел. Они же перелазить не могут? Я их могу сейчас через окна наблюдать. Давайте копье возьмем. Они ломают стены? Жесть, что-то громко. Они ломают стены. Убежали вроде. Значит, надо ловушки делать. Без ловушек они меня тут настигнут. А чё, мне ловушки вокруг лагеря? Ну, наверное, надо и внутри лагеря ставить. Сам-то я в них, интересно, смогу влететь. Ложимся спать, сейчас посмотрим, что они там поломали. Можно сохранить. Спускайся быстрее. Ну хотя бы днем они не нападают, это уже хорошо. Хоть за это спасибо. Да ничего они не поломали, они постучали чуть-чуть. Вот по этой стене. И все. А вообще можно сделать ремонтный молоток. Как его делать, я не особо помню. Ну, вернее, я и не помню, но сейчас мы его найдем. Так, бери рыбу. Ну, не алоэ, давай сюда рыбу положим. Ну, почему он предлагает алоэ положить? Да! Шикарно! Теперь без костра остался. Огонь на подставке. Да не, вот это самый такой. Самый нормальный. Теперь нужны камни и палки. Я не понимаю, почему он предлагает положить алоэ? Ну, если не хочу я алоэ. Ну дебильный же. Так, палки есть. Пойдемте дерево срубим уже. Вернее, не дерево, а деревьев. Давай. Надо бы вот с этой стороны рубить. А то оно сейчас рухнет куда не надо. Что-то ветер разыгрался. Ты уже падаешь? Нет еще. Пошло. О, нормально. Так, водички наполнить. Вон там еще рыбка плавает. Отлично, еда. А, кострат нет. И что, и куда я это дену пока? Пока мне некуда это деть. Воду-то вылить, наверное. Камни, камни, палки. Откуда я сейчас выходил? Отсюда? Так, давайте, бревна. Погнали. Все, это достроили. Сюда. Раз. Здесь тоже можно пока открыть. Пока день. Ничего страшного не произойдет. Камни у меня есть там. В этом. Но они тут везде валяются. Раз бревно. Два бревна. Все. Так. Поджигай. А, с водой. Офигеть. Она с водой. А, R. Вот можно же менять. Да что за ураган? Не нужны мне ураганы никакие. Давай, рубись. Сейчас мы напьемся, нажремся, и я побегу, кстати, отсюда.
Мне надо черепаху, мне надо новые места искать интересные, много всего надо. И теперь, тем более, у нас есть карта. Давай, туда вот. О! Ну не на стену! Ах ты ж тварь! Дебильная! Падла, дерево! Эти деревья задолбали мне уже ломать стены мои. И кролики не попадаются. Так, вода готова. Пьем. Все, напились. Дальше. Ставим снова котелок. Да, закинуть рыбу. Одной рыбы мне хватит. Пока хватит, наверное. Блин, теперь опять надо стену делать. Да что ж ты будешь делать-то? Только хотел пойти попутешествовать. Хижина, небольшая хижина. Стены. Вот так. А я говорил, что надо все деревья рядом посрубать. Иначе они мне могут жизнь подпортить. Только в путь. Сколько туда? 5 бревен, это значит 2 дерева где-то. Давай уже дорубай. Одно. Надо сейчас жрать идти. На голодный желудок плохо рубится. Тут, кстати, где-то бензопила есть. Где-то она спрятана. Так, куда потащил? Сюда? Че, готово? А где рыба-то? Только не говорите, что она сгорела. Взял по хижине. Да блин! Взял костер, сломал. Да что ж такое-то? Сколько уже можно? Что за проблема, я не понимаю. Рыба пропала. Все, камни я отсюда возьму. Уже это надоело. Еще надо камней. Что-то какие-то лаги, баги непонятные. Чего она так криво ставится? Поставь нормально. Вот. Берем рыбу. Кладем. Давай еще одну рыбу. Кладем. Быстренько сбегать. Поймать еще рыбы. Я видел, что она тут есть. Вот она. Раз. Еще какая-то другая была. Вот она. Два. Все, бежим обратно, пока рыба не сгорела. Жрем. Все. Так, доделываем стену. Два дерева я срубил. Бревна все... Ну нифига не укатились. Офигеть, тут бревна укатываются. На самом деле надо сделать для бревен эту. Там есть специальная фигня, куда можно понаскладывать их много. Где-нибудь здесь снаружи. Да либо внутри, кстати. Вот, допустим, брось. Пенек уберем. И здесь где-нибудь в углу поставим. Где-то я видел это в хранении, наверное, надо найти.
Во, держатель для дров. Ты куда ж ты поставил-то? Ну много ли сюда влезет? Ну ладно, заодно и посмотрим. Вот, допустим, поставили. Так, палки. Палки сейчас найдем. Блин, и срубил эту. Ягоду свою срубил. Блин, а ягоды прикольно, что на участке будут расти. Это вообще прикольно. А, и сюда же надо сажать. Ну-ка. Алоэ. Ягоды алоэ. Значит, я не вижу, куда он их посадил. Ну ладно. Готово. Ну-ка. Раз. Давайте все те перетаскаем. Которые укатились. Или тут уже ничего нету? Вот они. Пусть хотя бы немножко бревен у меня будет в лагере. Кстати, ловушки. Давайте, наверное, ловушки тоже. Сейчас тогда я, наверное, никуда не пойду. Ну, посмотрим. Может, и схожу. Но ловушки надо. О, кстати, для костей корзина, для стрел, манекен для брони, рама для просушки шкур. Тут столько предметов надо еще сделать. Шкуры. Шкуры будут у нас вот тут вот где-нибудь. Вот так, раз. Заняться чисто обустройством лагеря. Хотя нет, сейчас пойдем это, путешествовать. Сейчас пойдем путешествовать, а потом я сам уже этим всем займусь. Как бы потрачу на этот денечек. И все нормально в лагере здесь расставлю. Так, что у нас по карте? Я бегал куда-то вон, в самый угол всегда, да? Я же это красный. Если мы побежим вот сюда. Как-то не очень понятно здесь все нарисовано. Ну только не надо, дает дождь. Я думал сейчас поохотиться нормально. Этих всяких палок надо набрать. Мало ли, придется костры делать. Опять в какую-нибудь, может, пещеру полезу. Так, там у нас этот кратер непонятный, да. Ну, кстати, может, в него попробовать спуститься? Ладно, нет, потом. Я хотел все же добраться как-то до побережья, до какого-нибудь. Это деревня, в которой я уже, по-моему, раз 10 бывал. Ну-ка... Стопэ. А, все, я уже не поймаю его. А, не, погоди. Иди сюда, серый. Опа, а вот еще и ящерка. А вот ящерка даже будет покруче. Выносливость закончилась. Да ты попадешь по ней или нет? Я уже всех потерял. Варана уже не вижу, вижу только кролика. Так, ладно. Там поле. На поле мне точно не надо. Погодите, а куда я сейчас бегу? А, карта только сейчас я начинаю ее открывать. А что, вся такая карта? Ну, я, кстати, и думал, что она не особо большая. Карта на самом деле маленькая. Вот оно, побережье. Вон не контейнеры. Да ладно. Это та штука. Это та штука.
от которой я в пещере бегал. А давайте с ней сейчас подеремся. Зажигай. Куда ж ты кинул-то? О! Вот это уже хорошо! Ой, как она жутко орёт! Как она жутко визжит! Сгорит? Ни хрена не сгорит! Ой! Минус все хп! Беги, дятел! Она сгорела! Нет, вон она живая. А как ее убивать-то? У меня динамит где-то есть, да? А, да, есть динамит. Попал? Опа. Нормально. Только почему-то раньше я видел метку, а сейчас нету. Ух ты, куда-то далеко сейчас кинул. А сейчас никакой метки нету. Она не особо умная. Так-то ее из лука, наверное, можно расстрелять. Опять далеко зашвырнул, что ли? Да, вот это было слишком далеко. Она вообще не умирает. Ну, блин. Давайте... Будем тогда молотовыми, что ли? Как тебя убить? Дрянь. А-а-а! Страшно. Ты быстрее не можешь бежать? О, убил. А что у нее есть-то, интересно? Так, давайте на всякий случай. Да, убил. О, можно что-то вырезать. Тварь, а? Охренеть. Это она из пещеры выбралась на улицу. И что я взял, интересно? О, жуткая, жуткая броня. Усиливает броню. Да, вот здоровье у меня, конечно, вообще печаль. Лекарства съели. И... Блин, там будет холодно. Значит, наверное, бежать мне в ту сторону все же лучше. Чтобы найти что-нибудь полезное. О, тряпки. Так, и куда я по карте-то бегу? Да, все правильно, в этот угол. Сейчас посмотрим, что в этом углу. Там потому что опять деревня аборигенов. А здесь слишком много их этих. Но на них тряпки есть. О, остров, кстати. А вот можно было и там поселиться, хотя оттуда потом выплывать постоянно не очень удобно. Давайте, я пришел за черепахой, будем искать черепаху, хоть что, мячик. Кстати, бухло тут валяется. Эти нельзя ничего с ними делать. С бухла потом, если что, молотовый сделаем. А, все, да, пора уже делать. Все, пока хватит. Пока что хватит. Понятно. Выпьем. Еще бухлишка. Просто на берегу валяется. О, вот там, по-моему. Вон тот уступ. Там
должно быть высокое дерево какое-то. А за ним, как раз за этим уступом, будет катер. Если я не ошибаюсь. Потому что карта тут, она всегда одна и та же, как я понял. Но меняется начало всегда. Начинаешь всегда с нового места. А что будет, если я кину копье? Ну, бухло я потратил, а как бы само копье осталось. Ну, понятно. Бухло там было одноразовое. Чё уже? Вечереет, что ли? Где солнце? Вон, блин, уже вечер. Чё это за пень? Какой-то огромный пень. Я и пока не нашел ни одной черепахи. Я не могу возвращаться без черепахи. Опачки. А там меня уже ждут. И что мы будем делать? Офигеть. А вот и черепаха. Давай. Так. Я не знаю, что я с ними буду делать. Мне надо бы их убить по-хорошему. У меня есть жуткая броня. Может, они меня испугаются? О, вон, доспех прибавился. Это все бесполезно. Ну чё, ребята? Играть будем? А? Давай поиграем. Сейчас я вам... На. Опачки, как хорошо залетело. А ты чё? Одну убьем, пока эти заняты. О, ничего себе, у него фонарик. Ну зубы... Так. Зубы автоматически подбираются. О, убежал. Я же знаю, что вы сюда не зайдете. Вы в крови смыете. Ну как же, смыл? Вот же я плаваю. Все, смыл. Не понимают, что делать. Мне не нужны, мне надо их сжечь. Хорошо, что у них фонарики есть. Ну, кричат они, конечно, очень жутко. Давайте мы их это немножко осветим. Поджигай. На. О, нормально же. Нормально пляшете, когда можете. Точно они плавать не умеют? Он вон что-то пытается нырять то. Сколько мне на тебя еще коктейлей Молотова потратить? Вот этот с фонариком сильный, как я понял. Он сильнее остальных. Так хорошо, что он промазал. Я только хотел зажечь. Очень неудобно на Эль зажигать. Приходится это... Отворачиваться. Не докинул? Блин. Обидно. Ладно, с бухлом проблем нету. А теперь докинул. По красоте просто. Ты хорош, ты успокойся. И убегают. На. Мимо. Утонула? Нет. О, теперь утонула. Смотрите. Только вот с трупом я сам ничего сделать не могу. Мне не нужны трупы утонувших. Ладно, придется с тобой разбираться по-мужски. Иди сюда. Вы вроде немножко погорели. А он с дубиной. Давай. По-мужски. И он в броне еще, в доспехе в каком-то. Вот и все.
нормально же. Смотрите, дубинка. А почему я взять не могу? Потому что у меня есть дубинка, да? А, одну взял. У нее урон дикий просто. У меня одна, оказывается, такая была. Так, че, тебя мы сжигаем, чувак? Ты уж извини. Но мне нужны кости. И костер нужен. Еще одна черепаха. Так. Остальные убежали, кстати. Они зассали меня, испугались. Да не надо мне вот это. Брось. А. Больше нельзя. А это, кстати, не есть хорошо. Чайка? Чайка! Да стой ты! Давай, гори уже быстрей. Точно я эту не смогу вытащить оттуда? Хотелось бы ее достать. Не, не могу. Ну и ладно. Так, ну что может быть лучше? Костер на берегу моря. Черепов тоже навалом. Тогда можно идти дальше. У меня мясо какое-нибудь есть с собой? О! У меня ж полно мяса. А зачем тогда мне домой возвращаться? А мне тогда и не надо домой возвращаться. У меня и рыба есть. Не, вот эти мяски давайте вот так. Два. Два мне хватит. Приготовиться. И что, можно морской воды набрать, напиться? Но у меня воды полно, у меня с едой проблемы. Шоколада, кстати, тоже до хрена. Канистра с топливом. Для заправки бензопилы. И побежим дальше. Кстати, хорошо я придумал. Вот и все. Отлично. Погнали. Ладно, с аборигенами уже не так страшно. Этот мутант, ну он страшный, он, конечно, звуки издает стрёмные. И в пещере, ну, можно его кайтить, в общем, отходить, отбегать. Ну, бьет он, конечно, блин, он меня почти с одного удара убивает. О, вон еще с фонариками бегает. Это плюс еще кости. Объединить. Че, у меня 14 костей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три. Вот. Усиливать броню, усиливать броню. Пожалуйста. Вон у меня уже сколько брони. Я теперь вообще никого не боюсь. Комп не надо. Котелок не надо. Это что? Изолента. Изолента пригодится. О, да тут можно и поспать. Офигеть. И можно и игру сохранить. Офигеть. Сейчас посмотрим, туда ли я прибежал. Бухлишка. А я не знал, что в этих палатках можно спать. А ничего больше тут взять-то нельзя? А то я как-то быстро отсюда побежал. Оказывается, в этих палатках спать можно. Да это вообще топчик. Вон там какая-то лодка. Вот и этот остров я тоже видел. Но для этого мне надо сначала будет построить плот. Ну, кстати, я его построю и сплаваю туда. Но сейчас пока что... Что это у нас? Цикорий больше нести нельзя. Надо что-то с ним делать. Это что? Календула! Вот она, календула! Я теперь смогу делать хилочки. Так,
Вон он, катер. Я прям как это, знал. Катер нашли. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зачем же так? Вот это я, конечно, жестко приземлился. Не знаю, откуда плыть. Сейчас найдем какое-нибудь местечко. Поближе подбежать. Так, ну что, тогда таблетки. Раз теперь я их могу делать. Сейчас посмотрим, где у нас. Алоэ вера, цикорий, календула. Лечебный набор. Плюс алоэ. И цикорий. Лечебный набор плюс. Нет, не цикорий. Что-то еще надо. Вот это, допустим... А, так это не то. Тогда давайте еще. Восстанавливает здоровье. Ну-ка, съели. Пусть восстановит. Может, это даже покруче таблеток? Хотя не, я думаю, таблетки все же круче. Что у нас там по карте? О, карту открыл. Якорь. Зачем-то якорь отмечен. Значит, это... Ух, ничего себе. А что, разделать нельзя? Ну, она тухлая, да? Нельзя разделать. Во! Вот что я искал. Сумки. А что тут акул-то столько? Это где было? Опа. Что, будем драться? Да ладно, ты не хочешь драться. Или хочешь? Ой, хочет. Вот этот сильный. Он очень сильный. Пищит так. Ты чё так пищишь-то, смешно? Вот и все. И отъехал ты, чувак. Берем. Потащили на берег. Я зубов набрал, я могу себе оружие улучшить. И чайку. Можно голову чайки взять. Зачем эти трофеи? Вот зачем трофеи, я до сих пор не понимаю. Так. Зажигаем. Баксов подкинем. Давай. Нам надо тебя сжечь. Как ни крути, тебя надо сжечь. А я пока пооткрываю вот эти вот. Ну, кстати, чья-то могила. Шоколадка собрана. Аборигены могилы не копают. Здесь кассета и снимок. Снимок катера. Повсюду чайки. Все, нечего больше сделать. Так, ну что, ждем, пока наш друг догорит. Пока можно улучшать. Так, здесь урон хороший. Блин, вот у этого какой хороший урон, но скорость маленькая. А здесь и скорость, и все, в принципе, нормально. Но я бы на самом деле копье. Мне прям нравится копье. Блока нету, это плохо. Но... Допустим... Ой. Допустим... Объединить копье, смола, зуб. А. Подождите, на копье нельзя, что ли? Отравлю... А, копье же нельзя. Мне надо только топор делать, да? Горящее оружие, отравленная скорость, урон. Но минус скорость. А перья, перья дают просто скорость. Вот, можно понемножку улучшать скорость. Но мне не нравится, что они торчат, вон, их видно. Давайте зубы. Ее же можно прям по максимуму сделать. Вон, скорость уже чуть-чуть улучшилась.
Все же этот топор топовый, значит, и будем в него напихивать. А, урон уменьшается. Понятно. Я либо увеличиваю урон, либо уменьшаю. Тогда увеличиваем урон. К чему мне эта скорость? Зря это перьев туда напхал. Сейчас вот скорость уменьшится. Зато растет немножко урон. Сколько у меня этих зубов? Еще 13 штук, офигеть. А что, сразу нельзя все? А, вон, можно, вон же показывает, как улучшится. Там же вон показано. Вот, и зубов сюда насовал. А если перьев, погоди. Ой, все, закончились. Не. А, это рюкзак. Да, закончились. Все, не надо ничего больше. Так, собираем кости. С костями тоже как-то можно улучшать. И к катеру. Кстати, черепаха плавает. Надо будет в лагере сделать еще, там какая-то есть специальная полка, куда можно ставить вот эти баночки с водой, алкоголь, наверное, и шоколадки складывать. Вот надо будет поскладывать, потому что у меня с собой много. И сейчас здесь, кстати, я, наверное, их найду тоже. Так-с, рабочий катер, нет? Опа, что это у нас? Пропал. Так. Сломать надо. Может, динамит? Еще фотография, рисунок. Куча денег. Здесь ночлег. Эти можно сохранить. А прикольно, тут же жить даже можно. Алкоголь вот некуда, да? Говорите. Сейчас сделаем. Вот так. Теперь есть куда алкоголь. О, а вот это чудовище. Это что? А, такую я не могу взять. Давайте-то ее выпьем. Одну. И возьмем. Кстати, шоколадок тут нету. Как нету? Вот они. Три шоколадки подобрал. А как же тебя открыть? Динамит меня тут самого взорвет, мне кажется. Не, можно, конечно, сохранить, попробовать. Но мне кажется, динамит меня подорвет. Это что, это туалет? И все, и тут ничего, собственно, нету. А, вот еще. Журнал. Но опять, а зачем все эти вещи? Веревка. Что можно сделать из веревки? Смотрим. Сумка с копьями. Мешок для камней. Теплый костюм. Колчан. Давайте сделаем колчан. А это какие? Это нужны зайчьи шкуры. А у меня их... У меня шкуры ящерицы есть. И больше вообще ничего нет. Ладно, веревку не возьмем. Так. А вот еще. Блин. Ну я буду знать, что тут есть веревки. Ну что, ребята, давайте тогда продолжим уже прохождение в следующей серии. А если понравилось видео, поддержите его лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы смотреть полностью прохождение. С вами был Фибоначчи, и пока-пока.